Я радий вітати усіх, хто зараз біля телеекранів, біля своїх моніторів, тому що, як завжди, у цій порі ми говоримо про здоров'я нації, моральне, фізичне. Якраз в цьому контексті мій сьогоднішній співрозмовник і робить дуже багато, я б сказав, державна, дуже важлива справа. Спорт проти наркотиків – це громадське об'єднання, яке очолює Юрій Верхман. Уже десяток років ми знаємо про роботу цієї громадської організації, ми знаємо результати. Що новенького зараз і які напрямки от в тому контексті, що у нас молоде покоління, ви завжди кажете, що не слід втрачати дітей. Так от, як зараз будується робота, Юрій? Я хочу сказать, что, конечно, наркомания, она помолодела. Люди, которые сейчас начинают употреблять наркотики, это, к сожалению, уже где-то есть случай с 10 лет и так далее. Наркотик совершенно другой стал, доступный. Даже я где-то видел объявление на подъезде, продается там такой-то вид наркотика, номер телефона. То есть это стало массовое явление. И уберечь детей, уберечь семьи от этого зла, это, конечно, очень большая ответственность сегодня. И я считаю, что в первую очередь здесь должна быть профилактическая деятельность. Здесь должна быть работа в семьях в первую очередь. То есть родители должны контролировать своих детей. Школа должна также брать ответственность за своих детей. Ну и, конечно, спорт, он должен играть ключевую. То есть люди, дети должны забраны быть с улицы, и тренера, которые работают с детьми, они должны нести ответственность за... Вот мы говорим, у нас это национальная хвороба у нас в Украине. Это безответственность, хроничная безответственность сверху и донизу. Тому я знаю вас как людину ответственную. Зараз ви взялися ще підняти такий пласт, як створення дитячих клубів. Уже скільки? 3 клуби є? На самом деле, я создавал на протяжении вот этого периода, которым занимался, значит, детские клубы. Но я их передавал вот людям, тренерам и так далее. Но сейчас мы приняли решение, что мы сами должны контролировать процесс, мы сами должны создавать, значит, футбольные осередки, мы сами должны работать с родителями, мы сами должны доносить на ментальном уровне истину. Так краще действует. Да, вот, и вот за какое-то время, буквально совершенно короткое, вот у нас на сегодняшний день уже есть 3 футбольных клуба с лицензированными тренерами, с инфраструктурой. Вот. И вот мы сейчас где-то со следующего года у нас ребята начнут заявляться на чемпионат города Киева по футболу. И мы хотим создать такую модель. То есть ребята не только в футбол играют, но и в первую очередь это осознание того, кем он хочет стать, допустим. Потому что не секрет... Перспективу бачить, мотивацию. Не секрет, что он, не все станут футболистами. Но мы должны выявить потенциал у ребенка, мы должны показать ему, что найти свой путь, свою нишу в жизни, в обществе, чтобы когда он в 16 лет, подросток, заканчивает играть в футбол в детской юнской спортивной школе или в футбольной секции, он просто не знает, что делать, что дальше делать. Не вызначается житием. И большой акцент мы делаем на работу с родителями. Мы показываем конечный результат, если сегодня не вкладывать своего ребенка, значит, вы будете через 5-10 лет заниматься совершенно другими вопросами. И люди начинают на сегодняшний день задумываться действительно, что это мой ребенок, это моя більше, страна. Заради чого людина живе. Важко, мабуть, деякі батьки, я сам знаю, я сам батько, дід уже, і знаю, наскільки часто говорять, які ж, до дітей руки не доходять, тому що свої турботи, у всіх ситуація непроста. У нас і все, і комунальні платежі давлять, і безробіття є, і все.
Як вдається знаходити таку спільну мову з батьками, які от занедбана у них ця виховальна робота? От смотрите, я 10 лет, уже 11-й год, їжджу по исправительно-трудовим колоніям, де ми організовуємо футбольні турніри, футбольні матчі і такі цілі спортивні мероприятия, соревнования. Я завжди родителям говорю, от смотрите, якщо ви сьогодні, у вас нету времени, ви не хотите, да? Не дай Бог, конечно, но со временем, говорю, ви будете туди їздити, в ці учреждения, і будете возити передачі своїм дітям. От, можливо, вони... страх їх зупиняє вже і повертає до дітей. Да, і от ці діти, я говорю, вони у вас із дому будуть виносити все. Деньги, и вы будете рабами, ну, заложниками вот этой ситуации. Поэтому надо сейчас вкладывать. Это, я всегда родителям говорю, это ваши пенсии. Не потому, что они вам давать так, не будут, так, они так. Вас забирать не будут. Вот. Вот виправні колонії, це ви вже, як ніхто знаєте, контингент. Вдавалося витягти і от контролювати, як дитина дійсно після цього. А це ж ламає, і ми знаємо, хто виходить з них. Шлях знаходила свій і ставала дійсно корисною суспільству. Є такі? Так, да, є. Дуже мало, к сожалению. Дуже мало. Ну, работа была направлена на огромное количество людей. Да, действительно. Вот. Но очень малый процент людей. Почему? Потому что не все хотят платить цену, не все хотят выйти, ну, из тюрьмы, с нуля допустим, починати новое життя. С нуля так. Идти работать, там, ну, заниматься каким-то делом. Не все хотят это. Это надо признать. Это есть правда. Но часть, какую-то небольшую часть людей удалось повернуть вытянуть мозги ментально. И сегодня люди работают, во всяком случае, они не воруют, не грабят, и есть люди, которые там семьи создают, живут нормально и так далее. Вот. Я считаю, что это нужно делать, это нормально, и даже если из 100 человек один хотя бы, вот, это есть, ну, политика общества. Это наши граждане, и это действительно работа такая. Ну, вот великий спорт. Спорт високих досягнень допомагає. Вон сьогодні відкриваються Олімпійські ігри зимові. Дійсно, вони флагмани, вони якраз приклад. У нас більше, по-моєму, крім спортсменів, ставити за приклад тільки тих, хто воює, хто захищає нашу країну, чесно, б'ється за неї, можна. Наскільки от ці приклади висококласних спортсменів, серед яких є, до речі, ті, кого ви теж залучали до своїх заходів, наскільки це от ефективно? Ну, я вам так скажу, що любой спортсмен, который выходит, ну, на Олимпийские игры, то есть он не сразу пришел туда, он шел в детскую школу спортивную, занимался, возрастал, рос, и вот он стал спортсменом, и вот он попал на Олимпийские игры. Краину представляет. Да, представляет, да, страну. И это, поверьте, это выше, это самый высокий показатель, самая высокая планка. Вот он представляет страну, и это уже на всю жизнь. И, конечно, это очень огромный показатель, и подрастающее поколение, молодежь смотрят на таких ребят. И я даже больше скажу, что таким ребятам, которые добились в спорте, вот, хотя бы попасть на Олимпийские игры, общество и государство просто должны всячески помогать, стимулировать и пропагандировать, что вот человек добился. Но я хочу, пользуясь случаем, обращаюсь, что вот к этим спортсменам, которые уже сегодня, ну, как бы, удача, она такая мимолетная. Да. То есть очень важно, сохранить это, и не потеряться в славе, не потеряться там в деньгах и так далее. Это тоже очень важный момент. Потому что деякі, будемо відвертими, потім стають вашими, так мовити, підопічними. На жаль, опускаючи руки і зі спорту вийшов, а в житті не визначився. Дійсно, ви сказали на початку, що доступними стали наркотики. Різного плану вони. Ви ж витягуєте ще й з раннього алкоголізму. Там до вас, ну, стільки і людей тягнуться, на вас надія там багатьох батьків. Що зараз от найбільш популярно серед тих, хто вживає ці наркотики? Можна сказати, що акцент робити на те, щоб витягувати з якогось вживання, скажімо, марихуани, от вже от в деяких країнах це доступно і кажуть, що можна, а у нас же дивляться на це. Зараз не інтернет, все відомо всім.
Вот смотрите, это самый большой обман, который есть, вообще существует. Потому что ну, Бог так создал человека, и он не сказал ему, иди кури, иди там водку пей, иди, иди наркотики употребляй. Ну, как бы он создал тебя здоровым человеком, ну, все органы и так далее. И они должны ну, функционировать так, как задумано, так как должен работать любой организм. Так. И если начинает сюда входить что-то извне, это просто нарушается здоровье, нарушается психика и так далее. Но если так говорят, то это значит выгода, чтобы человек не соображал, не думал, был биомассой, был толпой и как бы и сливался ну, как бы, вот, в неадекватных решениях и так далее. А на это работает целая система. О. Правоохранительные органы, тюремные органы, милиция. Это люди, благодаря тому, что существует преступность, они и живут, и существуют. Да. И от це чийсь бізнес. Да. Це брудний бізнес. І це теж, ну куди діватися від того, ви знаєте навіть, я думаю, тому що ви глибоко вникаєте в цю справу, що, будемо казати, і деякі правоохоронці, і люди наживаються на цій біді. Це теж треба давати по рукам. Ви ж звертаєтесь часто до таких от правоохоронних органів, для того, щоб вони допомагають вам, в принципі, от в роботі? Конечно, есть и в правоохранительных органах очень ну, нормальные, положительные люди. И, ну, досі всех ще не порозганял, як то кажуть. Да, ну невозможно работать, ну там, ну как бы ты вот и один такой. Конечно, тебе надо соприкасаться с людьми, тебе надо ну, работать с людьми, в коммуникации быть, это однозначно. Но и, конечно же, есть ну, негодяи, которые вообще порочат, и, ну, порочат вообще, ну вот представьте, у человека есть свои дети, есть своя семья, и ты участвуешь в этом всем, покрываешь или продаешь, или крышуешь, или еще какие-то вещи. И это же ты на свою семью. Это без такую... совести ты, без чести. Да, ну, к сожалению, так и есть. Поэтому пока не будет самосознания, пока с раннего возраста не будет вкладываться на ментальном уровне ну, разум какой-то, разумение, да, чтобы человек мог различать, где белое, где черное. Ну, очень легко будет попасть в какие-то сети, и, к сожалению, выгодно, чтобы люди становились заложниками системы. Я думаю, що, шановні наші глядачі, ви зрозуміли, про що йдеться, і Юрій Верхман, який виконує благородні функції, які треба покласти на плечі усіх державних людей. Це громадська організація «Спорт проти наркотиків», і він б'ється іноді як риба об лід, але робить свою справу. Тому думаю, що вперше на цьому майданчику він, а системно будемо висвітлювати цю тему, тому що вона болюча для всіх нас. Ми ж чужої біди не буває. Тому, Юрій, спасибі вам за спасибо, це інтерв'ю. Спасибо. І будемо поетапно, от підуть зараз ваші вихованці, клуби запрацювали вже, і будемо за результатами стежити системно. А вам ми вдячні за увагу і продовжимо спортивний ефір уже тим, що ж нас чекає на Олімпійських іграх. Буквально через кілька хвилин.